Хорошо. Давайте закончим с вами задачку. Мы почти ее закончили. У нас там остался последний распад, про который мы пару слов сказали, наткнулись на некую несуразность и как бы не закончили. Да? У нас там последний распад был омега в крепи, да? Правильно? Там была омега плюс минус и ноль. Да? Я напомню, что мы с вами написали омега это 1 минус минус, и низон это 0 минус плюс, да? То есть почетность минус, цечетность плюс. Да? Мы с вами написали вот такой вот лагранжон эффективность, ну, просто чтобы потренироваться, как из наших полей что-то конструировать. Вот у нас есть поле омега, векторное поле, да, и три димезона, да. То есть мы сообразили, что по изотопической симметрии мы можем конструировать синглет с помощью инвариантного тензора, да, эпсилон из ЖК, инвариантный тензор в группе SO3. SO3 это то же самое, что представление типа, группы SO3 и SO2, они в этом смысле будут эквивалентны, правильно? У нас изотопическая симметрия SO2, но пимезоны это триплеты, то есть по векторному представлению. И сказали, что вот, допустим, мы сюда производную какую-то добавим, да? Вот одна производная здесь, в этом поле, это что означает, раз она здесь одна? Это значит момент единичка, правильно? То есть какой-то один вектор, какая-то векторная величина. И мы с вами сказали, что, ну, просто обнаружили, что вот если у нас есть там пи плюс, пи минус, да, где здесь пи ноль, то скажем, если пи плюс, пи минус находится в относительном моменте единица, а пи ноль относительно этой пары находится в относительном моменте ноль, да, то у нас почетность. Это что такое? Это была минус единица в степени L, да, L равно единице, да, и еще на внутреннюю почетность пимезона, которая в центре массы сидит. То есть на минус единицу, правильно? На минус единицу. Это было плюс единичка. Вроде бы как это не очень красиво, потому что наш омега, у него почетность минус единица, да. То есть мы видели, что вот такую конфигурацию, когда пи0, грубо говоря, сидит в центре массы, пи плюс, пи минус вокруг него с относительным моментом единицы наворачивается, она не отвечает этому распаду. Здесь как-то немножко по-другому, да, все происходит. Верно? Вот. Но тем не менее, вот этот лагранжан, вот, как мы его написали, он как раз в этой ситуации вроде как и отвечает. И мы видим, что он плох по почетности, да? Как мы это еще могли сразу сказать, что по почетности плох? То есть если подчетность у нас сохраняется, да, если мы будем дополнительно требовать руками, то есть лагранжан ничем не плох, да, хороший, замечательный такой. Вот, но если мы требуем, чтобы у нас эта реакция еще подчетность сохранялась, то он не очень хорош. Почему? Ну, ты имеешь один постоянно. Да. Это у нас диэлектрична относительно. Ну, P это у нас кто это? Псевдоскалярная фолия, правильно? То есть все вместе, лагранжан, псевдоскаляр. 3P у нас здесь стоит. Да? То есть по преобразованию при инвариантности у нас лагранжан является псевдоскалярной величиной. Правильно? Поэтому было бы странно от него требовать, чтобы сохранялось P. Да? А мы все-таки хотели бы построить P сохраняющийся распад. Ну, мы знаем, из эксперимента знаем, да, что в таких вот патронных распадах P сохраняется, P должно сохраняться. Поэтому давайте попробуем нарисовать комментарий на лагранжан, где бы P сохранялось. Да? Ну, по изоспину здесь все то же самое, здесь как бы особо не разбежишься, да? То есть у вас три двухзонных поля и одно синглетное поле омега. То есть по изоспину эпсилон и ЖК, и ЖК это изоспиновый, да, вот. А хотелось бы сделать из него не псевдоскаляр, а скаляр, да, как это можно было бы сделать? Гамма 5, она хороша, но в спинорах, да, когда у нас спинор есть. Здесь у нас спинорных полей нет, у нас только скалярные поля и векторное поле, да. Что еще можно, что еще может добавить? Дополнительный знак минус при преобразовании. Да, у нас есть еще, правильно Саша говорит, у нас есть еще
абсолютно асимметричный тендер нейрочерита. Нейрочерит, альфа, бета. Да? У него индексов довольно много, псевдотензор, да? Нам нужно как-то в остальные индексы свернуть. Да? Какие варианты? Производные добавить, да, например, так можно было. То есть написать сюда dmin, да, сюда d-альфа, сюда d-бета. То есть вот такой вот построить оператор, он уже большей массовой размерности, чем этот, да? Ну, поскольку мы потребовали дополнительные ограничения, то возможности у нас сузились, поэтому уже перешли в класс операторов с большей массовой размерностью. Но вот он вполне себе уже скаляр, давайте здесь какие-нибудь константы пишу уже. Ну, я могу по частям производную перекинуть одну, например, вот эту, да? Перекидывать эту производную на поля пи смысла не имеет, да, потому что мы получаем симметричный тензор, он изнуляется при связке с альфа. То есть могу только перекинуть его на поле мю, правильно? То есть если по частям проинтегрирую квадратную плотность, да, то есть могу свести к такому выражению. Ну, ладно, все. Уже пополам, а здесь f мю. F мю. Чего осталось? Д-альфа. 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 И скорее всего мюон альфа против. Где F мини омега. Вот эта штука, это мю омега мю. Минус мю омега мю. Если так вот я написал, то мак минус идет два раза по частям минусы. Вот, то есть можно такой вот лагранжан, написать, и для него уже картинка становится более-менее ясной. То есть вы можете представлять себе как, что у вас, вот, скажем так, минус и минус, да? Относительно центра инерции всей системы находится в моменте единичка, единичка. И пиноль тоже вращается относительно того же центра с моментом Кейлера равно единичка, да? Так что они суммарно складываются в единицу, и по учетности тогда у нас получаются какие? Минус единица в степени L от вот этой системы, да? Единица в степени L пенизона, он тоже единица, да? И все внутренняя пенизонная четкость, минус единичка, да? То есть P все хорошо. Ну и с C тоже все хорошо. Потому что прицеп преобразования у вас только P плюс P минусом, и станет поменяются. То есть будет минус единица в степени L, то есть минус единица, да? То есть один минус минус, как нам и надо. То есть можно. В случае, если мы требуем, чтобы у нас сохранялось P, обычно мы всегда требуем для сильных распадов, то вот такой вот лагранжан, он более адекватным оказывается, да, в описании. Из него мы можем все и угловые распределения получить, и, как бы сравнив их с экспериментальными данными, понять, что угловое распределение отвечает не этому лагранжану, а вот этому, так что P сохраняется. Вот вам экспериментальное подтверждение. Да? Хорошо. Это концовка задачи. А сегодня мы с вами поговорим, у нас, наверное, последний семинар про феноменологию. То есть потом мы уже будем потихоньку переходить в КХД. Сегодня мы поговорим про SO3, выигранную синергию. И в частности нас будет интересовать массовые формулы и явление омега и смешивания.
так же в конце, если у нас время останется, то мы про модель векторной ламинарности поговорим. Если не останется, то на следующий. Вот давайте начнем с массовых формул. Первая задачка. Постановка задачки такая. Вот смотрите, давайте предполагать следующее. Что мы с вами знаем, что SU2 симметрия, при которой масса кварка у ID одинаковая, она достаточно хорошо работает, да, то есть порядка 5% точности. В некоторых случаях даже есть некоторые теоремы, которые говорят, что эта точность часто в ответ входит в квадрате. Да, такое тоже бывает на слабых взаимодействиях. С таким столкнетесь. А SU3 симметрия, она в этом смысле чуть более хуже работает, потому что масса S-кварка гораздо больше, чем масса UID. Да? То есть реальная ситуация такая, что SU3 симметрия у нас нарушена. Правильно? SU3 симметрия у нас нарушена. А давайте попробуем сделать следующее. Мы с вами посмотрим некоторые группы частиц, которые... сейчас я договорю, потом вы посмотрите. Некоторые группы частиц, которые лежат в одном неприводимом представлении группы SU3, то есть, по идее, у них в случае SU3 должны быть одинаковые массы, да? Потом нарушим эту симметрию и посмотрим, как эти массы, массы частиц, которые лежат в одном SU3 мультиплете, как они будут друг с другом связаны. Получим некую связь феноменологическую. Вот в первой задачке получим эту связь для псевдоскалярных мезонов. Да? Что Кирилл хотел спросить? Нарушено, получается опять-таки полем Хиггса. Нет, у нас же за счет все частицы массы за счет механизма Хиггса в конечном счете. Все частицы массы возникают из хиггсовского механизма. Вы про это говорите. Но, да. Давайте так. Про тот механизм, каким образом стандартные модели массы кварков приобретаются, да, то есть Юкаловский это член взаимодействия с хиггсовским полем, мы его рассматривать сейчас не будем. Да? То есть стандартные модели есть. Обычный механизм, как массы приобретают массы кварков электронов, да, это Юкаловское взаимодействие с хиггсовским полем. Сейчас мы будем гораздо более простой, в смысле, вариант рассматривать феноменологически. Вот мы будем считать, что у нас есть Лагранжан, да, некий Лагранжан, который описывает 0 минус мезоны, да, октет псевдоскалярных мезонов. Этот Лагранжан составляется в виде члена, который SU3 инвариантен относительно флейворной группы, да, и нарушающего члена, который только SU2 инвариантен. Да? То есть вот член нарушающий, он будет сохранять SU2 симметрию, то есть вот эту симметрию, но нарушать SU3 симметрию. Да? Вот. И мы их попробуем из каких-нибудь общих соображений эти Лагранжаны написать, да? Учитывая то, что у нас здесь наши мезоны, мы рассматриваем стандартную модель, да, где у нас фундаментальные там, кварки, лептоны, полипробочные бозоны, а уже рассматриваем такие эффективные Лагранжаны, где у меня мезоны, да, где полями являются мезоны. Да? Вот у меня есть поля псевдоскалярных мезонов, да? То есть мы знаем, что Лагранжан в принципе строится по скалярным частицам обычным образом, правильно? Массовый член, он квадратичен по этим полям. Да? Вот попробуем написать нечто, что SU3 инвариантно, потом SU2 его нарушить. Да? Но прежде чем говорить про октет псевдоскалярных мезонов, нам надо понять, почему это вообще октет. Правильно? Почему мы имеем дело с октетом. Вот. То есть у нас ситуация теперь такая. У нас есть в мезоне кварк, да, и антикварк, правильно? Кварк и антикварк. Вот у меня есть U, D и S теперь кварк, да? И антикварк.
я у них индекс буду писать нижним, потому что они преобразуются по сопряженному представлению. Правильно? Мы об этом уже говорили, то есть по комплексно-сопряженному представлению. В случае группы SO2 сопряженное представление эквивалентно исходному, поэтому мы могли этот индекс поднять вверх с помощью антисимметричного тензора. Правильно? А в случае SO3 у вас сопряженное представление это уже не эквивалентное исходному представлению. То есть это два разных представления. Их надо рассматривать отдельно. Поэтому антиплатковые поля будут описываться ковариантным, да? Вот таким ковариантным тензором с одним вот, нижним индексом. Если кварковые поля контрвариантным тензором будем описывать, ну, для удобства, то есть индекс верхний, то эти и нижним, с нижним индексом. Да? И это, в общем, отвечает обычному тензорному закону преобразования, когда вы поля U с помощью унитарной матрицы U преобразуете, да? А вот эти поля с помощью комплексно сопряженной матрицы преобразуются. То есть у нас есть в мезоне, если я рассматриваю какой-то мезон с фиксированными квантовыми числами, у меня есть его волновая функция, да, си, лежитая, один кварк и один антикварк, один верхний, другой нижний, да. Это есть U1 итая на U2 шестой литая, да. То есть в общем случае у меня вот такой тензор, правильно будет? Просто их произведение. Тензор, отвечающий кварку, но тензор, отвечающий антикварку при флейвере преобразования. Да? И мы раскладываем, должны разложить этот тензор на неприводимый, чтобы понять, каким образом у меня будут группироваться мои мезоны, в какие мультиплеты они будут группироваться. Да? То есть мы по теореме Виккнера знаем, что частицы в случае наличия какой-то симметрии группируются по неприводимым представлением группы симметрии, да, нашего Лагранжиана. Вот. Как мы можем прописать здесь неприводимые тензоры для этой комбинации? Ну, стандартным образом, да, приведение это что такое? Это процедура приведения. Это обычно процедура понижения ранга с помощью инвариантных тензоров. Правильно? Вот у нас инвариантный тензор есть в группе SO3, это дельта и жиль. Причем один верхний, другой нижний, да, мы должны уже отличать индексы. И эпсилон ниже К с верхними индексами, и эпсилон ниже К с нижними индексами. Да, то есть вот такие инвариантные тензоры у нас есть. Поэтому понятно, что если я сворачиваю эту комбинацию с дельта, то я буду получать объект без индексов, то есть скалярную величину, верно? То есть в этом тензоре. В этом вот волновой функции есть скалярная часть, которая никак не преобразуется при SO3 преобразованиях, и все остальное. Да? Но выделяя скалярную часть, я писал минус 1/3 и плюс 1/3. Тогда все то, что стоит в квадратных скобках, является бесследовым тензором. Да? То есть с этим тензором я уже ничего не могу сделать с помощью моих инвариантных тензоров. Если я его с дельта сверну, да, то есть с целью понизить ранг, посмотреть, какие в этом представлении есть другие представления, то я получу ноль, правильно? То есть я сделал его бесследовым, и фактически это у меня неприводимый тензор. Да? Это есть частный случай общей теоремы, которая мне говорит, если я имею над группой SO3 в данном случае тензор с P верхними индексами и с Q нижними индексами, тогда неприводимый тензор будет в том случае, если он симметричен по верхним и нижним индексам, по верхним и нижним индексам отдельно, да, то есть отдельно по верхним, верхний можно переставлять, отдельно нижний, между собой не надо переставлять, да, индексом и без следов
То есть если он симметричен отдельно по верхним и по нижним и бесследовый тензор, то есть при свертке с дельта он дает 0. Причем с дельта именно такой, один верхний, другой нижний. Да? То есть один индекс берется сверху, другой индекс берется снизу. Если он симметричен отдельно по верхним и по нижним и бесследовый, то он неприводимый. Да? То есть такой тензор будет неприводимый. И компоненты этого тензора преобразуются по неприводимому представлению клубу SO3, который мы можем вот так вот обозначать. P и Q, да? То есть два числа, P и Q характеризуют нам неприводимые представления клубу SO3. Раньше у нас было одно число, правильно, в группе SO2, которое неприводимое представление характеризовало. Какое? Вот это. За спин. Да? Или то же самое с групповой точки зрения. Смотреть в момент, правильно? Или, да? Квантовой механики. То есть здесь в группе SO3 у вас уже два оператора Казимира, поэтому будет два числа здесь, да, стоять. И размерность этого представления, это есть P плюс 1 на Q плюс 1 на P плюс Q плюс 2 пополам. Мы с вами эту формулу выведем, когда чуть позже будем про цветовую алгебру говорить. Да? Пока что просто напишите ее, чтобы можно было ей пользоваться. Да? Тогда кварки у меня по какому представлению преобразуются? Неприводимому. Кварки это что такое? P равно чему? Верхних индексов сколько? Один верхний, ноль нижних, правильно? Один, ноль. А размерность какая будет? Сколько их? Один. Одно, три. Три компонента, да? Подставляем сюда. P равно единице, Q равно нулю. Да? Два на один на три. Пополам будем, получится три, да? То есть вот три компонента у нас есть. Да? Соответственно, антикварки это 0,1 за неприводимое представление. 0,1. И тоже три компонента будут, да? Поэтому как раньше, как в группе SO2, обозначать просто размерностью представления уже неудобно. Нужно вот двумя символами обозначать. Правильно? Следовательно, по нашему вот этой теореме. Теорема. То, что стоит в квадратных скобках и, соответственно, вот эта часть являются неприводимыми тензорами, правильно? Он симметричен отдельно по верхним и по нижним индексам, по один индекс какой-то переставляется, да? Вот. И без следов, правильно? Я здесь бесследовую комбинацию образовал. Окей. А вот эта часть является по какому представлению преобразуется? По какому представлению он преобразуется? Вот в этих терминах. 0,0. Да? 0,0. Потому что дельта это инвариантный тензор у нас. Да? Инвариантный тензор. У него это представление одна независимая компонента будет, правильно? Вот она и написана здесь. То есть у нас есть для мезона фактически у нас есть синглеты, да, вот они синглеты, и октеты, правильно? Потому что вот этот объект преобразуется по представлению 1,1, и размерностью этого представления будет 8, правильно? 2 на 2 на 4 пополам, да? Размерность 8. Поэтому мы называем это октетом. Да? Октетом. Вот давайте напишем наши октеты для всех бесколярных мезонов. Октет. То есть у него один верхний и нижний. Вот я как буду писать. Смотрите, сначала напишу, потом поясню, как я это все нарисовал. У меня есть строчки, да, UDS, и столбцы ANTU, ANTD, ANTS, да. С
Смотрю. О, анти-Д. Это какой псевдоскалярный газон у нас был? О, анти-Д. Пи плюс. Пи плюс. С точностью до знака, правильно? Да. Раньше мы писали, что пи плюс это есть минус О, анти-Д, да? Вот этот минус был связан просто с тем, что в группе СУ2 у меня сопряженное представление, да, и исходное, фундаментальное, они эквивалентны друг другу, поэтому их нужно немножко довернуть и знак минус там поставить, да. Вот. А сейчас это уже для нас не принципиально, потому что все эти поля будут преобразовываться по СУ3, да. Поэтому я могу плюс считать, что это антид, да, не ставить сюда знак минус. Это уже не принципиально, да. Соответственно, у антиэс, это что такое было? Это будет К плюс, да? К плюс. Значит, здесь у меня будет сразу К минус, здесь будет К минус. Да? Д антиэс, это кто был? Заряд. Антиколон, да? И античастица антидс, это у нас антиколон, правильно? Антиколон. Дальше здесь напишу так. Пиноль на корень из 2. Здесь минус пиноль на корень из 2. Да? Сейчас напишу, потом поясню. Плюс это 8 на корень 6. Плюс это 8 на корень 6. Минус 2 на корень 6. Это 8. Так, 8. У нас с вами какой фактор сейчас был? Это было мультиу минус мультиу, правильно? А это 8, это если единица на корень 6, вот эти числа, которые я здесь пишу, они в квартовом составе у нас будут, да? Это у меня пиноль, вот. Здесь мультиу, мультиу, единица на корень из 2, да? ДНТД, минус единица. Минус единица на корень из 2, да? Здесь при это 6, у антиу единица на корень из 6, при b антиз тоже единица на корень из 6, а при s антиз 2 единица на корень из 6. Да, да, да. Да, да. Вот такая конфигурация. И давайте действительно еще раз тривиальную процедуру, убедимся, что я вот эти частицы, вот эти кварковые составы, ну вот эти кварковые составы мы знаем из СУ2 симметрии, правильно? То есть часть этой таблицы мы сразу заполняем, ну почти всю таблицу мы заполняем, исходя из знания СУ2 симметрии и кварковый состав, который мы писали для пи-мезонов, для ка-мезонов, да, там. Это 8, я написал сюда из тех соображений, чтобы у меня это был неприводимый тензор, да? Ну давайте проверим, я P1.1 P1.1 компоненту возьму, да? Он по вот этому правилу, если я пишу. Значит, что здесь будет стоять? 1.1, правильно? 1.1 1.1, то есть это будет U антиу, правильно? Потом 1 это U, 1 дизол это антиу, правильно? У антиу минус 1 треть, d плюс g равно единице в данном случае, а здесь будет u анти u плюс d анти d плюс s анти s, правильно? Это то, что мы из вот этой формулы получили, да? Теперь, что из вот этого квантового состава мы с вами имеем? С другой стороны, p1,1, да? Это единица на корень из 2, p0, да? p0 это единица на корень из 2, u анти u минус d анти d, да? Плюс единица на корень 6 на это 8. Опять единица на корень 6. Антиу плюс ДНТД минус 2 сантиметра. Да. Вот так получили, да? Тогда при антиу у нас получится 1/2 плюс 1/6, да? Это сколько будет? 2/3. 2/3, да? 2/3.
D, anti-D у нас получится 1 вторая, минус 1 вторая, плюс 1 шестая, да? То есть минус 1 третья D, anti-D. И при S, anti-S тоже минус 1 третья S, anti-S, правильно? S, anti-S, да? Вот это то же самое, что здесь подключилось, правильно? 2 трети перед O, anti-U и по минус 1 третья перед D, anti-D и S, anti-S, правильно? То есть как я вот это... Вот эти цифры написал, минус на корень 6, и все понятно, да? То есть так, чтобы у меня с таким квантовым составом объект преобразовывался по октетному представлению, да? Вот, то есть вот, это, вот эти P, это получается у меня волновые функции моих псевдоскалярных мизонов в изотопическом пространстве, верно? И при SU3 преобразовании у меня P-так будет преобразовываться по верхнему индексу с помощью матрицы U, по нижнему индексу с помощью матрицы U минус 1, правильно? То есть я могу таким вот образом написать. Унитарно? Ну? Она же унитарна. Вот эта матрица, она унитарна, да. То же самое, что и здесь. То есть U — это преобразование из флейворной группы S-утрения, да? Угу. Отлично. То есть теперь я могу вот этот P, да, вот эту матрицу, прямо считать как моим скалярным полем, да? Ну, сразу подразумеваем много-много разных полей, да? Но именно сразу 8 штук. У нас еще есть синглет, да? Давайте этот синглет тоже напишем. Это 0, я вот дальше, сразу на сюда, то есть будет 0, да? Какой у него квантовый состав? 1 в квадрате. Это же нормировка просто, вот эта штука, это же нормировка, да, фактически. 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 4, да, 6. То есть будет что? 1 в квадрате. И сумма, да? Плюс интерес, да? То есть вот такая комбинация компонент верхних и нижних компонентов полей кварков и антикварков, она будет преобразовываться как синглет. Теперь да? Понятно. То есть я что сделал? Я взял эти два вектора, вариантный и контравариантный, свернул с дельтой, да? Свернул с дельтой, дельта символ. Вот фактически по всем трем их посуммировал. Да? Окей. Теперь давайте с вами попробуем написать вот этот лагранжан. Да? Еще раз я напомню, что наша конечная цель – это получить так называемую массовую формулу. То есть получить связь на массы моих мизонов, входящих в октет, исходя из того, что у меня SU3 симметрия нарушена каким-то членом, который всего лишь SU2 n варианте, да? То есть по UID SU2 n варианте, а по SU3 уже не n варианте, да? Ну вот давайте попробуем это сделать вот в таких двух разных подходах, да? Один подход совсем такой простой и несколько вульгарный даже, основанный просто на квантовом составе. Как только мы написали вот это разложение на неприводимые, мы знаем уже квантовый состав, правильно? Как я сейчас на это 8 пояснил, да? То есть по этим всем кваркам мы знаем из SU2 симметрии, это 8 как выглядит, знаем, исходя из того, что он лежит в октете, да? Ну вот давайте попробуем вот такую логику применить. Смотрите, я хочу написать массу, например, пимизола, да? Масса NP. Вот я буду писать выражение для квадратов масс. Это первое место, где я вас немножко обманываю, потому что это все не наука, то, что я сейчас говорю, да? Пишем для квадратов масс. Почему? Потому что лагранжиан у нас в скалярных полей масса входит членом каким? М квадрат на фи квадрат, правильно? Да. Поэтому разумно писать для квадратов. Но это все, как вы понимаете, размахивание руками.
Вот я говорю, что масса и мезона, это есть, она складывается из некой энергии связи, да, моих кваков. То есть даже если я так допускаю, что у меня все массы одинаковые, то между ними есть какая-то энергия связи, да, и она будет общая для всех моих мезонов, правильно? То есть некое начало отсчета, грубо говоря, да. Прибавив. Смотрю, с какой вероятностью я найду антикварки в мезоне? Вероятность. Одна вторая, вы коэффициент квадрате, да? Прибавив. Одна вторая, значит, я нашел антиву, у каждого из них масса МУ, правильно? То есть 2 на n в квадрате. Дальше с вероятностью 1 вторая тоже, правильно? Минус 1 на корень из 2 в квадрате, я найду, напишу так, плюс 1 на корень из 2 в квадрате, я найду 2 d анти d кварка, правильно? А у них масса такая же, как у U, поэтому сразу напишу тоже 2 mu в квадрате. Вот таким образом. То есть получу m0 в квадрате, плюс 2 mu в квадрате, правильно? Вот давайте, не знаю, Николай, видите? Мы знаем, что у нас СУ2 симметрия, она у нас должна быть выполнена, правильно, по условию задачи. Поэтому сразу, когда я пишу МП, я подразумеваю весь триплет и 0, и плюс, и к минус. Да? Также у меня есть здесь изотопические дублеты, это К плюс и К 0, правильно? И анти-К0, К минус, два дублета, верно? Два изотопических дублета, то есть по группе СУ2. У меня вот эти частицы собираются в дублеты. Вот давайте напишем их выражение для их квадратов масс. Какой хотите из них выбирайте, какой вам больше нравится. У кого квартал состав проще. Но у них же снова одинаковые дублеты. Да. Какой квартал состав напишите, кто вам больше нравится? Каплюс. Каплюс, да? Ну хорошо, значит каплюс, так это что такое будет? Ну, отец. О, интерес. Да. Да. То есть тут кварковая модель, да, в такой простенький. Это мой интерес. Наверное, энергия связи какой-то другой или. Почему? Энергия связи как раз в этом ее смысл, что она одна и та же у всех, да? Независимо от масс кварка. То есть масса кварка складывается из некой общей для всех энергии связи, общей для всего актета, да, и собственно масс отдельных кварков. А? Сильное взаимодействие с флойером зависит. Поэтому это можно взаимодействие. Да, можно так. Но сильно не увлекайтесь попытками объяснить, как эти формулы пишутся, потому что, еще раз повторяю, это какие эмпирические формулы. А одна вторая откуда взялась? Да, ну я по аналогии написал. Ну, по аналогии у вас. Вы с какой вероятностью находите у меня интерес? Однозначно. Ну, иди шути единицы, значит, да. То есть вот так. Ну да. То есть просто и 0 квадрат, и плюс. Саму квадрат, плюс 0, да. Хорошо. Это мы про два дублета, да, поговорили сразу. Для них написали массу. И остался еще это минус. Это 8. То есть масса это 8. Допустим, это у нас где вот это. Угу. То есть вероятность 1 шестая, я найду 2 у кварка, да? Так, ну и на самом деле тут то же самое для D. То же самое для D, то есть вот D не стирайте на 2 просто. Да, то же самое для D кварков. И, так, и тут то есть, получается 4 шестых. Угу. С вероятностью 4 шестых, 2 третьих тут, да? Я найду 2 S кварка. Точнее, один S и другой антиS. Угу. Что получается? Так, так будет, соответственно,
же два кварка, антиквара, да, поэтому все выходит. Угу. Вот получили три уравнения и два параметра. Не два параметра. Какие у нас параметры? У нас есть М0, МУ и МС. Да? Вот. То есть, казалось бы, система должна решаться однозначно. Да? Давайте попробуем. Так, сейчас. Если, допустим, у нас... А это 8 это у нас что? Что? Что 8? Это 8 здесь написано. Масса в квадрате – это 8 ньютонов. Это 8. Восьмерка у него, потому что он в актите. Потому что он в актите, да? Потому что у меня есть еще это, которое в синглезе. Ой, что вы делаете? Ну, система переписывает, что хорошо для него. Понятно, что если бы был случай общего положения, то есть терминанты, единички, то ничего бы нам это не дало, правильно? Мы просто бы три параметра выразили через MP, MK и MET, и все, да? На этом бы успокоились. Какие-то одни неизвестные три параметра выразили через другие три параметра, да? Поэтому счастье состоит в том, что у этой системы, наверное, детерминант должен быть какого-нибудь. Что-то не изменится? Да. Что я вычел первую строчку. Ладно. Сейчас я попробую. Давайте почитайте. А вы попробуйте, может быть, сразу слезнуть. И третий, по-моему, тут получается как бы линейно зависимое. Вот. По-моему, она решена. Я бы чуть-чуть допутал. И как бы в этом наоборот прелесть. А, ну вот. Не решается. Хорошо, хороший вывод. У тебя получится связь между массой и зоной, и массой это 8. Вам конечная цель получить связь между вот этими зонами, между этими массами. То есть при какой связи она разрешится? А, ну то есть тут тогда у нас. Понятно, что из того, что примерно правильный нулю, кстати, убили, значит, он будет готов. Убедитесь, да? 4 третьих минуты, 4 третьих, да? А при произвольных MPMK это мы не разрешим, да? Значит, они должны быть как-то связаны. Кто связь получил? Так, ну вот связь. Какая? Сейчас. Если все будет применяться. Ага, давайте. Складываем сумму квадратов, получаем 0, что ли? Ага, 3 это 8 в квадрате. Так, вот это минус в квадрате. Да, вот тут минус. Минус 4. Да, вот так. Правильно? Да. Вот так, да? Да. Угу. Хорошо. Мы получили вот такую связь. Да? Можем проверить быстро. Да? То есть это у нас идет с четвертой. Да? Это стройка, это с единичкой, правильно? Тогда по S зонам здесь 4, здесь 4 получаем, да? А по U зонам здесь получаем 2, плюс еще 2, здесь 4, да? То есть там 4, да, 4, да? Угу.
Хорошо. То есть можно... Были у нас эти формулы, мы сами их взялись. Какие формулы? Ну, на квадраты массы. Мы просто как бы энергию связи просто, как бы я постулировали, что она у нас там какая-то есть. А остальное, ну это просто как бы за головой функции. То есть мы постулировали квадраты массы с вероятностями. То есть вы смотрите вероятности, и смотрите, с какой вероятностью вы находите те или иные квадраты массы. Да? То есть вот здесь вероятности, а здесь то, что вы находите с этими вероятностями. Да? Ну еще раз, к этому серьезно не надо относиться, да? Потому что сразу много вопросов, почему ты квадратов массы пишу, да? Что такое ноль? Ну, вопросов много здесь можно задать. То есть это все в каком-то смысле такая игра, но согласитесь, довольно правдоподобная, да? Ну, не знаю, но если же данные из ПДГ, то есть. А, по поводу данных из ПДГ, вот это все с точностью лучше, чем 5%, согласитесь, да? Когда я под это 8 подразумеваю эту низу. То есть это 8, у меня на самом деле приблизительно это естественно. Что такое приблизительно, мы в следующей задачке с вами поговорим. Почему в точности, да? Так, хорошо. Давайте тогда вы еще вот такую сделаете вещь. Вторым способом решим эту задачу. Я думаю, здесь можно, наверное, стереть. Второй способ состоит в том, чтобы написать вот этот лагранжиал. Опять же, еще возник фактически с потолка, да, то есть не из каких-то из первых принципов, а из каких-то более-менее правдоподобных соображений. Вот смотрите, какие более-менее правдоподобные соображения я могу приводить. Я начну с эту три. Да? Вот у меня мои поля здесь, это обычные скалярные поля, правильно? Поэтому здесь есть кинетический член для этих полей. Ну, что-то типа дымю, дымю, да? Ну, одна вторая, правильно? Но здесь пока матрица написана, это матрица, да? А все-таки в Лагранжиане мне входят все поля, да? Чтобы просуммировать по всем полям, я могу здесь вот трейс поставить. Трейс. И массовый член напишу. Массовый член, я его, давайте подсчетник, это умножим джугу, умножим квадрат пополам. А, p квадрат, правильно? P квадрат. Ну опять же, это матрица, и давайте я поставлю трейс сюда. Сейчас объясню, почему я это поставлю. А, вот я утверждаю, что вот так написанный Лагранжиан, он является S3-инварианте. То есть при вот таких преобразованиях он инвариант. Да? Вот это мы S3 преобразовали. Это очевидно? Вот я именно с этой целью здесь трейс поставил. Да? Трейс, во-первых, чтобы получить скалярную, а не матрицу, а во-вторых, именно трейс мне делает это инвариантом. А, ну что мы там можем переделать? Ну вот у вас трейс P квадрат, куда переходит? Трейс P куда? Да, по идее. Понятно? То есть он переходит в трейс. Каждое P я должен вот таким образом преобразовать, да? То есть будет U минус первое, P квадрат. Да, это не является все коэффициенты продолжения. Это характеристический полином. Характеристический полином. Какой характеристический полином? О чем вы? Вот у P квадрата можно же P квадрат составить характеристическим многочленом, если коэффициенты его... Можно составить характеристическим многочленом, все коэффициенты... Хвост, свободный член, это и есть шпуль. Совершенно верно. Только характеристический многочлен, каждый его коэффициент, это что такое? Это главные миноры, да? Сумма всех главных миноров того или иного ранга, правильно? Но вот если я начинаю брать эти главные миноры ранга большего единицы, то у меня соответствующие поля, которые здесь стоят, они уже не квадратично будут входить. Правильно? Например, один из этих главных миноров это детерминант, правильно? Детерминант. Но в детерминант у меня он какой степени по полям? Шестой. Если шестой. Третий вроде. Нет, ну в смысле, если мы уже как бы от P квадрат это рассматривали, в принципе, это не важно. Если P квадрат, то детерминант P квадрат 6-й же, да, степени. А мне нужен
массовый член. Поэтому здесь стоит первый, да? Или наоборот, первый коэффициент этого характеристического члена. То есть это инвариантная часть, да? Но в дальнейшем я буду это писать не буду всю кинематическую часть, потому что у нас только массовый член интересует, вместо нее многоточие интересовано, да? А давайте попробуем теперь написать какое-нибудь слагаемое, которое его нарушает. Его нарушает. СУ2. Да? Фактически мне нужно писать только массовое слагаемое. Да? Для сколько я расщепления масс хочу смотреть, я только массовое слагаемое пишу. Да? Вот я его напишу таким образом. Минус 2 t квадрат пополам. А здесь тоже нужно написать нечто квадратичное по полям P, да, вот этих маточных полям P, что было бы инвариантно относительно SU2 вращений, то есть относительно поворота UD, да, я учил от тебя, но не инвариантно относительно SU3 вращений. Здесь опять же должны входить мои два раза поля P и еще что-то. Да. Можно только по F1 и по 2 сложение. Угу. Осталось только записать. А можно вот то же самое, что вы говорите, вот в таком виде написать. Это все то же самое, только чуть-чуть более красиво. Вот для наших кварков давайте запишем, как выглядит оператор гиперзаряда. Да? То есть у меня есть U, D. S кварки, правильно? Гиперзаряд. Это будет матрица, да, у которой на месте U стоит собственное значение гиперзаряда на U кварке. Это что такое? Гиперзаряд это барионный плюс странный, да? Барионный заряд какой? 1/3. D кварка. Тоже 1/3. Вот вам как раз единичная матрица, да, которая отвечает вращение у ИД блока, да? А у S-кварка? Ну еще осталось минус 1. Минус 1, то есть будет... Там с минусом входит, да, для S-кварка? То есть будет минус 2 трети, да? Минус 2 трети. Вот такая матрица, да, интересная. Я ее вот сюда вот сейчас напишу и возьму след. Сейчас сначала напишу, потом поясню, да? А, тогда вот то, что здесь написано, будет SU2 инвариантом. Почему? Потому что я вот так же вращаю все мои поля с помощью U, который лежит в подгруппе SU2, группе SU3, да? А для этой подгруппы вот верхний блок это просто единичная матрица, правильно? То есть ничего, я могу протащить мои U и U минус 1, а через этот Y могу протаскивать за счет того, что здесь единичный блок стоит, да? Правильно? А для третьей компоненты уже не так будет, правильно? То есть если я все три вращаю U, D и S, то есть если матрица U у меня лежит не в SU2 подгруппе, а уже в полноценной группе SU3, то есть все три кварка U, D и S я вращаю, то U и U минус 1 через с Y не коммутируют, правильно? То есть в общем случае, то есть когда U принадлежит SU2, флейворная, то есть U и D вращаю, у меня коммутатор U и Y равен нулю. Да? А если U не принадлежит этой подгруппе, да? Ну, не принадлежит SU2, но она лежит в SU3, то коммутатор не равен нулю. Почему? Почему он не равен нулю в общем случае? Потому что матрица уже не стоянная будет, там может перекинуть. А вдруг так получится, то есть оно будет равен. Там, не знаю, может быть перестановка вот этих, например, это будет. А что перестановка? Вот эту матрицу я специально даже пожертвовал тем, чтобы здесь некрасивая 1/3 писал, нарисовал. Почему? Потому что она, во-первых, матрица гиперзаряда, да, то есть какой-то дополнительный смысл, да, и нет. А во-вторых, какая она? Вот, она бесследова, да? Она эрмитово-бесследовая матрица. Что такое эрмитово-бесследовая матрица для группы SU3? Эрмитово-бесследовая матрица. Ну, это пропорционально матрице Гелман, но что такое эрмитово-бесследовая матрица для группы SU3? Ну,
представление. Вот это да. Ну? Это и генераторы, правильно? Это генератор, правильно? Это генератор, он, естественно, у вас не будет коммутировать со всеми элементами вашей группы, правильно? Ну да. Потому что если бы он коммутировал, он был бы полемишура. Чем? Не будет. Единичкой он был бы, да? Единичкой он быть не может, потому что он бесследов для S3, да? То есть можно вот такой вот нарисовать член, нарушающий группу SU3 до подгруппы SU2, да? Правдоподобно? Можно было вот, чуть-чуть по-другому его записать, чуть менее красиво. Можно было перемножить матрицы P на P, да? Ну, то есть, и взять у них 3-3 компонента. Прямо явно так и написать, да? 3-3 компонента, вот этот компонент. Эта штука тоже была бы SU2 инвариантной, верно? Ну, потому что при SU2 у меня 3-3 не меняется. Вот. А при общем SU3 преобразовании у меня 3-3 компонента бы тоже завращалось, и это не было бы инвариантом. Да? То есть можно вот эти нарушающие члены писать с помощью 3-3 компонента. Да? То есть это эквивалентный способ, что вставлять сюда вот этот гиперзаряд. Ну вот давайте впихнули мы сюда этот гиперзаряд, давайте попробуем посмотреть, как наши массы изменились. Вот это не стирайте, остальное все можно, наверное, стереть. Все, вот это, да? Это не надо стирать, да, нам все понадобится. То есть вот написали такое вот ружье. Опять же, мы при этом руководствовались феноменологическими такими соображениями, да, то есть помахивали руками, говорили, что у нас Грунжан должен быть квадратичен по полям P, да? Ну и требовали от него SU3 инвариантность для этого члена и SU2 инвариантность для нарушающего члена. Да? Теперь посмотрим, к какому соотношению между массами приведет наш полный Лагранжан, который сумма этой части и этой части. Да? Давайте первое напишем. Пишем только массовый член. Что такое P квадрате? Напишите. P квадрате. Вот в P квадрате мы должны взять трейс, правильно? Да. Поэтому нам только диагональные элементы интересуют. Вот давайте P квадрате напишем. Только диагональные элементы мы его пишем, да? Зачем? Ну, смысл, чтобы только диагональные. Не, ну напишите все-таки как матрица, но только здесь или здесь, или здесь, или здесь. Да. Лучше подальше. И вообще по конструкту. Пока. Так, ну. Один элемент, как он будет. Да, вот это вот. Обычно же на строку нужно столкнуть, да? Вот. Но должно быть функции с ортогональным безумным. Ну, конечно, да. То есть, надо будет только P0 квадрат пополам плюс N8 квадрат на 6. Нет, секунду. Что значит волновые функции? Вот вы говорите про волновые функции, да? Или про операторы? Это же операторы. Значит, квантованные операторы в Лагранжане. Вы неправильно говорите, то есть перекрестный тоже член будет. P0 на это 8 тоже будет. Это же поля, обычные поля. Еще раз, мы пишем просто вот этот Лагранжан в терминах полей, да? Ну, да? То есть то, что здесь стоит, это поля. Ну да. Так, это что такое вы нарисовали? Это я. Это вот этот член. Так, стоп, а я не знаю. Наверное, их... Вот этот может член, да? 2-2 стоит. Да. Их не стоило смысл тут как удвоенные, или они коммутируют? Коммутируют, пусть коммутируют. Давай, да?
хорошо. Это два бачера и три плюсы. Плюс-минус, команда. Где третий? Хорошо. Вот давайте нарисуем, что такое у нас эзоплин-вариантная часть. Здесь есть кубическая слагаемая, мы пишем только массовая слагаемая. То есть плюс минус одна друга пополам. И у нас след, да? Ну, сразу подобное говорится. При пи0 чего? Единичка. Просто пи0 квадрат, как и положено, да? То есть пи0 это у меня вещественное скалярное поле, поэтому будет 0 квадратик пополам, да, масса вещественная стандарт. Тут перекрестно вот эти сопротивления. Ага. А тут у нас будет здесь 2 шестых, а здесь 4 шестых, то есть тоже единичка. Это он пишет перед картом 8, да? Да. Угу. Все, вещественные поля у нас закончились, пошли комплексные поля. То есть 2 пи плюс пи минус, да, 0. Потому что это комплекс, коль скоро это комплексное поле, то здесь двойка стоит. Правильно? То есть массовый член для комплексного поля это просто минус m квадрат на пи плюс пи минус. Правильно? Ага. Да, вот такой вот. Есть для SO2. Да? Для SO2, смотрите, что мы должны сделать. Вот у меня y это диагональная матрица, правильно? Поэтому, чтобы взять вот этот рейс, я должен этот член умножить на 1/3, прибавить этот член умножить на 1/3, и прибавить этот член умножить на минус 2/3, да. Так, ну только, наверное, надо связать вместе. Можно. Так. То есть наши умножить. Угу. Тогда сейчас тут пинок по версии останется. Так. Это 8. Здесь у нас будет 1/9. Так, а здесь минус 4/9. То есть минус 3/9, минус 1/5. Нет, вы 1/3 уже вынесли. Да, мы уже. Вы 1/3 уже вынесли. Поэтому здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, а здесь минус 2. Да? Правильно? Сейчас это на единицу, это на минус 2. Здесь опадает. Ну, 6 оставит. Да. Ну, 6 оставит. То есть будет 1/6 плюс 1/6 минус 4/3. Да? Ага, то есть это будет 1/5 минус 1. Минус 2. Минус 1. Да. Так, 5/6 штук. Так, здесь также 2. 3 плюс, да, смотрите? Да. Ага. И плюс тоже двойка довольно. Угу. Так, плюс минус будет минус. И также у них довольно. Правильно написал? Все согласны? Ну, у нас К плюс К минус 1, здесь минус 2, с минус 1. Ну и так же, с К0. Я этот коэффициент положаю на единичку, этот на единичку, этот на минус 2. Да? Общую 1/3, вот эту 1/3, Николай уже нынет. Да? Вот все, теперь фактически мы суммируем эти два лагранжана, правильно? И сразу пишем выражение для... выражение для квадратов для массовых членов. Да? Вот, например, поле пи0, да, то есть я пишу m пи в квадрате. Его массовый член складывается из чего? А, ну вот. Вот это? Да. Что? То есть что, что будет? Будет. Да, плюс дельта m в квадрате на 3, правильно?
Потому что поле пинога идет с одной второй еще общей. Да? То есть одну вторую на первом месте. Угу. А, пиновая крайняя зона. То же самое, как стоит. Угу. И у камер зона. Причем обратите внимание, без разницы, кого смотреть, как плюс, как минус, или каноэ, антиканоэ, да? То есть, как и должно быть, у нас СУ2 выполнено. То есть массовый член у нас должен браться без двойки, да, то есть двойка сократилась. А здесь просто, да, мы делаем квадрате на 6. Угу. Ну все, то есть теперь все немножко получше, чем раньше. У нас три уравнения, два параметра, то есть должна быть одна связь, да. А, ну, собственно, эта одна связь, есть подозрение, что она будет вот такая. Проверить, что она действительно будет такая. Да? Да, тут как бы то, что все М0 сокращается, это очевидно достаточно. Угу. Вот, да. Тут только для этого то есть мы NP умножаем на единичку, да? Это 8 умножаем на тройку, это на четверку. Да? Так, это на четверку, есть плюс. То есть это будет 2 трети. И плюс 1 третья. Угу. Получаем мы? Угу. Получаем, да? Ну и все, значит, эта связь, она у нас есть. Да? То есть не надо ничего помочь решать. Вот, то есть мы получили из вот такого чуть более наукообразного подхода, вроде как вот гранжиан, еще и все такое, получили такое же уравнение на массу. Да? Фактически это что такое? Это связь на различные массы мезонов. Да? То есть видно, что вот наше чисто групповое рассмотрение оно привело к некой такой нетривиальной связи между массами. Да? А дельта М это у нас отличие массы С кварка от массы двух нижних кварков. Почему? Вот где член по нижней симметрии. Как вот? Да. Это у нас масса S кварка. Дополняемо связано как-то? Я думаю, что нет, они с массами кварков не связаны. У нас же массы кварков сюда вообще не вошли. Мы же про кварки здесь вообще ничего не говорим. Мы только с мезонами делаем. Нет. Вот в этом подходе, в первом подходе еще можно как-то... Но там же понижение симметрии-то происходит за счет того, что нарушение симметрии. За счет того, что у третьего кварка масса отличается. Да, да. Но мы же можем просто добавить вот в это уравнение, взять из таблиц MP, MET и MK с точностью. Да. И вычистить M0 и DT. А, вот вы про это говорите? Ну да, да, можно. Сидит, вот. Да, можно. То есть M0 связано с массой, как и точности равно. Ну, 0 и DTM это просто какие-то эффективные параметры. Да, эффективные параметры. В пределе SU3 симметрии у нас просто DTM к нулю стремится. В пределе SU3 симметрии у вас DTM стремится к нулю. Вот и все. И они все три становятся одинаковой массой, не как положено, а не оптически. Ну, спасибо. Понятно, да, общая идеология, как вот эти массовые формулы получать. Да? Давайте побыстрее. Не так подробно поговорим про барионы, про актет барионов. Во-первых, какие у нас есть для барионов представления, а во-вторых, какие там массовые формулы возникают. Это вторая задачка будет. Так. Здесь вопросы есть еще, может, какие-то? Нет? Yeah.
Вторая задача, в общем, аналогичная, поэтому мы ее вот в этой передаче с вами поскочим. Для октета барионов, то есть трехкварковых состояний, получить массовые формулы. Октет барионов, вот такие барионы будем рассматривать, это в частности наш протон и нейтрон. И октет выглядит следующим образом. Сейчас я его напишу. Так, Б. Это такая матрица. Вот здесь стоит формула 2σ0 плюс лямбда на корень 6. Здесь стоит минус σ0 на корень 2 лямбда на корень 6. Здесь стоит минус 2 на корень 6 лямбда 0. Здесь стоит протон. Здесь стоит нейтрон. Здесь стоит σ минус. Здесь стоит σ минус. σ большой. Здесь стоит σ0. Если очень грубо записывать, да, волновую функцию, мы помним, что чтобы получить из-за спина 1 вторая, нужно здесь разные комбинации брать, да, то есть переставлять там, 2 УД минус УДУ минус Д УУ, да, что-нибудь такое. А она тебе где выражает? Я неправильно сейчас говорю. Я говорю про то, что я записываю как раз. Кратко записываю кварковый состав, хотя в конкретной волновой функции он может более сложно выглядеть, да? То есть все эти комбинации до первого, второго и третьего кварков, а здесь стоит сумма равная, да? Дальше, то есть у меня есть дублет, то есть это у меня дублет, равно 1 вторая. Вот такой дублет, да? Дальше у меня есть S. Это у меня СУУ, это у меня СУУС, СИНОЛЬ, это СД, СИНОЛЬ, это СДД, это у меня триплет по группе. Группе СУ2, да, в классификации группы СУ2 у меня это дублет, это триплет, еще один дублет есть, СИНУС, это есть ССД, СИНОЙ, это есть ССУ, да, лучше бы их в обратном порядке написал бы, давайте в обратном порядке напишу. Это верхние компоненты, это нижние компоненты, да? Это тоже СУ2 дублет. То есть по группе СУ2 вот эти два бариона, они тоже лежат в дублете. И что мне осталось? Лямбда, да? Лямбда 0. Так, это у меня синглет по группе СУ2. И давайте, чтобы вот этим не путать, я вот здесь чуть-чуть поподробнее распишу. Да, то, что я обычно не пишу, а здесь чуть-чуть подробнее распишу. Значит, это у меня УД из ГУ на корень из ГУ. Да? Просто то же самое написал, да, в краткой записи. Но поставил здесь знак плюс, чтобы подчеркнуть, что из УД кварков здесь я образовал комбинацию с изоспином единицы, да? Изоспин единицы, правильно? Вот здесь плюс. А здесь то же самое, только с изоспином 0. То есть УД минус ДУ на корень 2. То есть вот такой у меня кварковый состав.
Теперь, как я этот кварковый состав получаю? То есть объясняю, откуда у меня барионы, да, берутся. Я это уже делал, потом сейчас это кто-то из вас сделает. То есть у меня есть три кварковых поля, правильно? Из которых я строю мою волновую функцию в изотопическом пространстве. То есть первый кварк, второй кварк, полтовариантный тензор, да, и третий кварк. То есть я должен теперь вот такой тензор над группой SU3 третьего ранга разложить на неприводимую. На неприводимую. С точки зрения алгебраической записи, я на неприводимые представления раскладываю 3 на 3 на 3, да? Где каждая тройка, вот эта тройка, это есть представление 1-0, да? В группе SU3, 1-0. Я ее обозначил размерностью, но вот надо не путать, потому что у меня есть представление 0-1, у нее тоже размерность 3, да? Я обычно пишу 3 с чертой. 3 с чертой, да? То есть вот это другое представление нежели чем. Там К, но вот это нотку 3. Спасибо. 3 действительно К. Вот вы, Кирилл, тогда идите и раскладывайте. Идите. А я пойду. С лекции помните, как это раскладывается? Ну это есть где-то. Я сейчас посмотрю. Сначала 3 на 3, что это такое? 3 на 3. 8 плюс 1. Нет. 8 плюс 1 было 3 на анти 3. Вот раньше было для анизонов 3 на 3 с чертой было 8 плюс 1. Да? Это кварки, это антикварки, да? А здесь кварки и кварки. Черт? Нашли? Так, ну вот это все 10 будет. Плюс. Ну давайте сначала 3 на 3 распишите все-таки, чтобы промежуточный ответ был больше добавлен. Ответ есть? Ищу. Ну где-то был точно. Кто нашел? Кто не Саша? А, вот нашел. 6 плюс анти 3. То есть это будет 6 плюс анти 3, да? Ага. Чертой я бы дальше, да? То есть 6 плюс 3 чертой, да? Mm-hmm. Отлично. Теперь мы можем здесь скобочки раскрыть. Анти 3 на 3 это что такое? 8 плюс 1. Еще. 8 плюс 1. А 6 на 3 это у нас будет... 10 плюс 8. 10 плюс 8, да? Ну вот давайте вот эти правила умножения выведем. Во-первых, то, что 3 на 3 это есть 6 плюс анти 3. И то, что 6 на 3 это есть 10 плюс 8. Да? А из тензорной размерности выведите? Ну вот так же, как я раньше показывал это, так же и выведем, не знаю, можно это называть тензорной размерностью, можно это называть просто использованием упомянутой теоремы о том, какие у нас есть неприводимые тензоры в SU3. Так что вот начнем с 3 на 3, да? То есть это что такое? Q1 гин, а Q2 жива, допустим, да? Но? Да, правильно. То есть мы знаем, что симметричные преследуемые тензоры могут быть неприводимы, да? Ну да. Про беследование здесь говорить не приходится, поскольку у вас два индекса верхних, да? Вам заворачивать, взять исследование, один верхний, другой нижний берете всегда, да? Ну да. Угу. Значит, что можно сделать с этим тензором? Ну, выделить симметричную и антисимметричную. Давайте выделяйте. То есть это симметризованная часть и G, G, E, да? Угу. А теперь то же самое с однаком.
Отлично. Про симметричную часть что мы знаем по нашей теореме? Что это такое? Это неприводимый тензор, да? Неприводимый тензор, и по какому представлению преобразуется? Ну, 6 независимых компонентов. Почему 6? Ну, потому что... Представление как называется? Вот в обозначении ПТУ. Два ноль. То есть у меня этот тензор симметричный по двум верхним индексам, да? Они у них у меня нет. Правильно? Поэтому 2,0. Размерность у него какая? Ну, размерность 3 на 3 и 6 независимых компонент будет. 2 плюс 4 умножить на 1. Общая формула какая у нас была? Поставьте формулу. 2 плюс 2, это 4. Формулу поставьте для размерности представления. P равно 2 и Q равно 0. Там было Q плюс 1, да? Q плюс 1 умножить на... Извините, на P плюс 1. И на сумму, да? Первый двух скобок пополам. Умножить на... P плюс Q плюс 2. Пополам. И все это пополам, да. Угу. То есть это формула для... Размерность на килограмм представления. Mm-hmm. Что получаем? Ну вот 3 на 3 это 9. Здесь... Mm-hmm. Где 3 на 3? Курно на 0. Курно на 0 у вас. Да, да. 3 на 2, 6. 6 получили, да? То есть вот мы получили вот эту шестерку. Вот она, да? Теперь, где у нас наша антитройка-то? И почему она антитройка? Вот здесь вот тоже какой-то тензор, да? С двумя индексами. А, в принципе, вы можете да, переписать его через эпсилон, то есть через инвариантный тензор. Как это сделать? Ну... А с индекса верхний? То есть как это через эпсилон переписать? На, ну, на отчетность перестановки это у нас эпсилон. Так, эпсилон и ЖК, и нам надо пока свернуть еще. Сантиклара. В смысле, что? Что? Сантиклара. Ну, смотрите, вы можете вот это выражение переписать через эпсилон? И уже верхняя, да. И некоторым полем ВК, да? Вот так вот переписать это можно? А, ну да. И чему тогда вот это ВК равно? Обратите внимание, что в указе у вот этого тензора у него индекс К нижний, правильно? Потому что у эпсилона все верхние здесь, эти же два верхние должны быть от симметричных индексов, да? Ну да. Значит, и К тоже верхний, а этот нижний, как и должно быть. ВК чему равно? Ну, надо это... Так, надо обе части свернуть. И что получится? Правильно? Надо свернуть обе части с эпсилоном. Ну да, с эпсилоном и же... И что получится? С эпсилон и же... С эпсилон и же с двумерным свернуть. Почему двумерным? Ну, чтобы это... У вас двумерный не вариант, ну, у вас такого тензора нет, у вас есть только трехмерный тензор. А, да. Вот это выражение равно вот этому, как вы кажете? Ну, на эпсилон и же к минус первое домножить. Что такое эпсилон и же к минус первое? Как? На эпсилон и же какой-нибудь третий индекс, например. Ну хорошо, правильно. Сворачиваете с эпсилон и же
Ну, я буду правую часть, что получается? Так, ну, ну эту, эту сворачиваем два дельтелька, получаем. Так, получаем, что 2 в. 2 в, чему равно? Ну, 1/2. Здесь сворачиваем с эпсилон и ЖК, куи и кужи, ку 1, ку 2. Ой, но Виктора не надо писать. Напишите нормально, что записывается. Здесь Викторов не приходит. Можно писать, что Виктор? Но не нужно. Добрый свой. А, ну здесь... Эль у нас индекс. Эль. Эль, да. Но здесь будет то же самое. Индекс правильно напишите. Где-нибудь вверху, внизу. А, индексы верхние. Угу. И вот этот член дает такой же вклад, то есть 1/2 сократится. А, ну, мы можем вот так написать. Так будет правильно. Угу. Слочку берите. Угу. То есть в L у нас вот таким получилось, правильно? То есть с помощью инвариантного, с помощью инвариантного тензора мы из вот этой комбинации двумя индексами выделяем, выделяем объект, который преобразуется по какому представлению, раз у него один нижний индекс? Ну, по 0,1. По представлению 0,1, совершенно верно. То есть это 0,1, да? И размерность у него 0,1 какая? Что такое 0,1? Так, ну... 2/3, тройка. Тройка, да? Это вот то, что мы обозначали 3 с чертой, правильно? Вот 0,1, 3 с чертой. Это с чертой, потому что у нас нижние индексы. Ну да, это другая тройка. Тройка у нас была еще 1,0, а это другая тройка. Mm-hmm. Да? И просто эти представления два сопряжены, да? Mm-hmm. Вот. А при этом мы, может, что-то потеряли, нет? Мы же сворачивали с эпсилоном. При этой процедуре мы могли несколько каких-то представлений выделить, да, в исходном. Потеряли что-нибудь? Или ничего не потеряли? Ну, судя по лекциям, не потеряли. Почему? Да, но когда мы сворачиваем, по идее, то... Как проверить, потеряли, нет? Число компонент. ВК 3 компонента, а у этой радости сколько? Независимых компонентов. Тоже 3 компонента. Значит, мы ничего не потеряли, правильно? Мы просто переписали одно выражение тождественно через другое, правильно? То есть мы поняли, что вот этот объект, он преобразуется так же, как вот такой тензор, да? А коль скоро это инвариантный тензор, то он преобразуется так же, как тензор ВК. Ковариантный, да? Как ковариантный тензор ВК, да? То есть это как раз, значит, анти-3. Анти-3. Окей. Что мы еще хотели здесь перемножить? 4 на анти-3 мы уже перемножали, есть 3 на 6. Да, давайте вот это перемножим. Тройкой у нас преобразуется какой-то... Q1, допустим, и Т тоже. Он, ну, допустим, Q1 и Т, да? Q1 и Т, да? А шестеркой у нас что преобразуется? Ну... Вот это вот комбинация, да? Давайте вот... Коль скоро она симметрична, я ее ОС и Ж обозначу. Да? Она верхняя, нижняя. Ну, с верхними, раз шестерка обычная, без черты. Ага, с верхними индексами, да? Да. ОС и К или? Да. Надо теперь, это тоже расписать. Надо теперь этот тензор положить на неприводимый, да? Да. То есть... Как это можно сделать? Вовсе не обязательно, как вы уже поняли, расписывать, то есть писать прямо равенство, да? Можно просто понять, какие здесь выделяются представления. Нам этого достаточно, чтобы разложение написать, да? Ну, симметричные, антисимметричные, вот по этим вот индексам. То есть что по И, К, по И, Л. Окей, то есть что можно сделать с этими индексами? Ну, симметризовать и антисимметризовать по ним. Хорошо, давайте. Так, то есть расписывать не будем.
Если я симметризую, то что получится? Так, ну... Получится тензор симметричный по трем индексам. Напишите его как-нибудь. Обычно симметризацию фигурно без кубочки зависит. Вот так? Да. О, давайте поставим с полберем. Да? Если гарантии нет, то что коэффициент написать там надо немножко подумать, но это не надо. Точнее, думать надо, но коэффициент нам не нужен. А, то есть это симметричные, да, симметризованные по индексам и к и. Вот эта комбинация симметризованная по индексам и к и. Сколько компонентов этого неприводимого тензора? Он неприводим, во-первых? Да, потому что про след ничего не говорим. Следа здесь нет никакого, у него только верхний индекс. Правильно? Но симметричный по всем верхним. Поэтому он неприводим по нашей теореме. А какое представление вам? 3-0. 3-0. Пишите 3-0. И 10 компонентов. И 3-0, 10 компонентов, правильно? 10 компонентов. То есть это декуплет получился. Угу. То есть путем симметризации мы можем 10 компонентов вот так вот выделить. Да? А что еще можем с исходным тензором? Ну, антисимметризация. Попробуйте. Не надо, еще раз повторяю, не надо плюс здесь писать. Да, да. Чтобы здесь написать разложение, здесь нужно еще коэффициенты отходить, да? Они не очень просто поставить. Время не будет. А здесь обычно, здесь квадратная скобка, если хотите симметризовать. А что вы хотите сделать? Расскажите слова сначала. Ну, антисимметризовать и к, например. Угу. Но при этом пока Эйлюн симметричен, так что он будет... Так что... Правильно. Или правильно говорю. То есть антисимметризовать нужно только по двум каким-то индексам, да? По двум индексам. Да. По третьему, третьему надо пропасть. Напишите это прямо вот так. Логин, УС, и третий симметризован. Ну так мы два антисимметризуем. Хорошо, не очень понятно, как вы это делаете. Я имею в виду следующее. Вы берете, пишите вот исходный тензор, да? И по вот этим индексам проводите антисимметризацию. Ну да, да. Да? Тогда понятно, какие индексы антисимметризуются. Да? И что такое, в каком представлении это преобразуется? И зачем мы вообще антисимметризовали? Теорема нам говорит, что симметричные тензоры неприводимы. А можно же через эпсилон выразить. Ну, через эпсилон можно выразить, как? Ну, вообще-то, эпсилон и к... Б какой-нибудь? Пишите. И свернуть свой... Как через эпсилон выразить? Да, Угу. И, соответственно, это... Думаю, с чем? С В... А, ну нам надо с двумерным тогда сворачивать. Чем? С двумерным нам тогда надо сворачивать с ВПЛ, например. ВПЛ, правильно. ВПЛ двумерный, а второго раза, да? Да. ВПЛ, да? Да. Нет, ну плохо написано, интересно. А, да, индекс один верхний, да. Получается, что вот этот наш объект преобразуется так же, как вот эта штука, правильно? Ну да. Но по имени я бы формулу можно написать, так же, как здесь сделать, да? Ну да. То есть, а поскольку эпсилон вариантный тензор, то этот объект преобразуется так же, как в ВПЛ. Ну да. То есть по какому представлению? 1-1. Представление 1-1, да? 1-1 это ваше. Это 8 будет. Это 8, восьмерка, да? 1, 1, 2, 2, 4, 5, да? Это ваша восьмерка. А можем еще что-то сделать? Нет. Нет, не можем. Почастую компонент входит. Мы реализовали 10, а здесь реализовали 8, 18, да? И здесь тоже 18. То есть все разложили, да? То есть мы нашли все правила вот этого разложения. Угу. Хорошо, спасибо, Кирилл.
Значит, мы рассматриваем сейчас одну из этих восьмерок. Вот некоторый октет, да, наших бариолов. Вот исходя из того, как я написал кварковый состав, здесь непонятно, какую из этих восьмерок рассматриваю. Да? То есть если бы я более аккуратно писал здесь, где находится S2, на первом, втором, третьем месте, да, то мы бы могли бы идентифицировать, какая из этих восьмерок. Нам это сейчас не принципиально. Да? Нам это не нужно. Нам главное понять, что здесь просто вот такие кварки есть и все. Да? Но еще раз, вы можете взять любую из этих восьмерок, например, вот эту. Да? То есть VPL это что такое? То есть я должен взять мою Пси и жую, что там, К, да? Дальше выделить из нее сначала шестерку, правильно? Шестерку. То есть должен по индексам и жили антисимметризовать, да? По индексам и жили, по индексам и жили я симметризую, да? То есть таким образом здесь я выделю шестерку. А потом я должен и шестерки, и тройки образовать восьмерку. То есть должен связнуть это с ЖКЛ. Да? Следующий самый житарий, правильно? Ну, чтобы вот эту V выделить. Да? Тогда то, что получится, я могу обозначить как V и L, V и L. Это будет одна из моих восьмерок. Да? То есть это преобразует по представлению 1-1. То есть можно теперь явно взять вот этот кварковый состав наш и найти. Ну, просто найти вот эту свертку с эпсилоном, да? Ну, для примера, скажем, можете увидеть, что такое сигма минус, да, вот это я написал. То есть 2,1 компонента. 2,1. V2,1. V2,1. То есть I равно V. I1, 2. И здесь есть двойка, да, здесь ЖК, эпсилон ЖК1. А здесь я еще буду симметризовать. Корень 2, 2 G, плюс корень G, 2 K. То есть я симметрично симметризацию написал, да? Симметризовал это место, да? Здесь вот симметризовал, и потом свернулся и все. Вот мы можем понять, какой это у нас кварковый состав. Какой? Андрей, давайте тестируем. АОС, кварк, лимфа. Вот это лимфа, лямбда, лимфа. То есть что? Жилькан, да погодите, туда не смотрите вообще. Жилькан, какие значения вы будете принимать? Ну, вообще, типа, 3. Но сейчас, но у нас... Что? Десятки не больше, это Q2, 2. Да. Там нету К, скобочек. Да. А, ну как К, значит, у нас сейчас... Ну, единицы не может быть? То есть, либо 2, 3, либо 3, 2. Все, вариантов больше нет. Да? Ну, и еще другой вариант. Если стоит 2, 3, да, то будет... Ну, давайте еще 2. Ну, сразу пишите Q, 3, 3. Да, вот сюда вот сразу пишите. Сколько здесь? А, давайте хорошо. Q, 3. Так. Да. Уже у нас сейчас... 2, 3. Сейчас. Второе слагаемое пишу. Только со знаком... Не, сейчас только второе слагаемое пишу. Да. Вот с теми же двойками. Так, по 1 G, да, двойка. Угу. Q2, 2. А Q3 то же самое, да? Угу. И второй вариант. Так, ну здесь вот
как бы был 1, 2, 3. Ага. Сейчас, это был Солдатов плюс. Да, Солдатов плюс. Ага. Но второй, получается, критический станок, Солдатов минус. Ага. Минус 5, поэтому включен. Минус там, мне не нравится, это одно и то же получается. Не одно и то же получается. Аккуратно. Ну, вот это мне, вот это вот, все записано. Где бы это же? Ну как получилось, так получилось. Здесь у меня не надо. Здесь ничего. Да. Ну ладно, здесь Q2, Q3, а там был 1, 2. Плюс. А, да, еще на Q3. На Q3, 3, да? А, на Q3, 2. Q1, 2. Q2, 3. Q2, 3, да. Ровно. Ага. Ну, 1, 3. Угу. 3, 2, 2. И 3. 2, 2. Угу. Ну, а теперь на плане квадрат пишем. Это что такое? Это реально. Ну, опа. У-у. Два раза. Это первый, второй, третий. Угу. Так, а здесь... Так, стоп, а мы за двойку обозначили три. Что? Двойка у нас у корпуса. А, нет, двойка у нас дэкор. Да, здесь дэкор, да. У нас единичка у, да. Двойка д, тройка д, да. Значит, минус д, с. СД, СД, тоже подписано. Угу. Да. Угу. Так, минус С, ДС. Угу. С, что? Это Д. А, да, С, Д, С. Угу. Так, тот. Угу. 1, 2, 3. 1, 2, 3, да? Начинаем с что? Ну вот из лобу, что я здесь написал, да? Ну, группа это SDT написано, да? То есть без учета того, какой есть, какой квант есть, какой флейвор, да, это и есть состав кварка в SDT, правильно? Да. Ну, то есть можно, конечно, здесь было расписать, то есть написать, что это есть единиц на корень 6, да, два каких, а где, да. Ага, отлично. Давайте массовые формулы получим. И по первому простому способу сначала, чтобы ответ у вас не знаю, был. Вот у нас есть кварковый состав, да? Мы знаем, какие у нас здесь изомультиплеты. То есть внутри изомультиплета, естественно, массы должны быть одни и те же, поэтому любой представитель изомультиплета можно брать. И будем писать выражение для масс, да? Поскольку это барионы, да? То есть это частицы со спином 1 вторая, полуцелый спин в данном случае. 1 вторая. Могут быть еще 3 вторых, да? Ага. То в лагранжианы не входят каким образом массы вещи? Это как фермион, то есть линейно. Линейно, правильно? Поэтому разумно вот эти феноменологические выражения для масс писать не для квадратов масс, а для самих масс, правильно? Ну вот, допустим, для протона пишем. N это нуклон, да, протоникрон. Пиши. Ну, это... Но это есть масса связи. То есть некая связь, да? N0 какой-нибудь параметр, который может придать значение связи, вот. Да? Плюс вероятность обнаружить... А, он у нас единица. С вероятностью единицы вы обнаружите два укварка и один дел. У них у всех масса одна и та же, то есть 3. Да. Три. Три нормально пишите. Угу. Дальше поехали. Для седьмого. По шестей. Давайте будет как-то очень медленно решаю. Ну, плюс МС. Ага, отлично. Это ксимон, да, еще есть такой. Красивый. Угу. 2МС плюс
Так, ну, конечно. Так, m лямбда. m лямбда, угу. Ну там d и o одинаковые, поэтому... Угу. Я здесь так расписал, чтобы подчеркнуть, что тут произоспирует там. Да? Сейчас. m0 плюс 2 m0 плюс ms. Угу. Кто еще? Все. А, вы прошлись по всем мультиплетам. В каждом мультиплете взяли какого-то представителя для них написали. Ну, а теперь соотношение надо получить. Да? Угу. Во-первых, видим сразу, что в таком наивном подходе у нас какие массы равны сразу? Одинаковые правые части кирпичи. Все лучше. Вот. Те, которые странности есть. Странные барионы. Внимательно просто посмотрите. Ну, странные барионы. Ну, странные, это тоже странный барион. Вот это-то не равно этой массе. Ну вот. Ну, так и напишите m сигма. M сигма равно m лямбда. Ну, сильно тяжелый. Вот. То есть это одна связь получилась, да? И еще одна связь есть. Ну, например, этот можно получить из этого. Ну то есть. Сейчас. Ну давайте, заходите. Если мы возьмем два сигма бариона. Так. И что у нас получится? Сейчас. Это у нас. То есть еще у нас лишние четыре штуки. Еще. А просто m0 можно исключить через вот у вас есть. То есть разницу не будет. Можно взять какую-то разницу и исключить, скажем, m0, да. Хорошо, да, ну что. Написать, чему m0 раз. C минус mm равно, значит, масса S кладка минус масса U кладка. Это здесь 3, это здесь 2, это минус 1 получается. Вот, но потом получается M. Так, сейчас M сигма минус MN. Это есть масса. Это масса U, масса S минус масса U, окей. Нет, не умеет. Да, смысл. А, нет, ну просто соотношение такое получается. Ну, у нас же здесь входит разность между S и U. То есть, если сказать, что... А, сейчас. Если мы сейчас вот это вот, значит, M, C распишем как M, N уклонов. Здесь у нас... и при этом мы должны еще два U кварка заменить на два S кварка. Соответственно, войдет две разности в этих. Ну, то есть, грубо говоря, все отличаются. Что получим, пишите. Ну да. Что вы не смотрите? Ну, еще две вот этих вот разных изменяете. Ну да. Но оно как бы просто по S-кварку получается. То есть 2 m сигма, мы написали сюда 2, минус 2 m сигма, минус 2 m, да? Минус m, да? m0 получается, 2 ms получается, 4 m минус... Минус 3 ему дает 1 ему. Угу. Ну вот. Угу. То есть вот у нас 20 соотношения получается. Угу. Правильно. Их можно чуть более в красивом виде записать. Сейчас Так, сейчас как бы это делать. Надо можно здесь. Сюда перенесу.
Это могут первую часть перенести, да? Вот будет. Сейчас поясню, для чего это. Просто я записываю. NXT. А здесь два одинаковых. Две одинаковых массы. Это одинаковые. Это M-Sigma. Две штуки. И M-Lambda. M-Sigma и Lambda у нас одинаковые, правильно? Поэтому здесь 4 в одном. То есть это то же самое написано, правильно? Ну да. Тут что, по-моему, на этой связи это то же самое написано, верно? Угу, хорошо. Молодец. Теперь давайте вторым способом попробуем написать некий random number. Начнем с S3 части. S3. Значит, у нас есть барионы, да, теперь? Барионы. И так как барон надо начать, да? То есть массовый член как будет выглядеть? Ну, просто фермион это будет. Ну там просто минус М. То есть будет некая теоретическая слагаемая, которую мы ищем, да? И минус М0, что мы ищем. Да? Да. Вот. Ну ладно, говоришь. Б. Ну, можно сколько. Трейс там, да, был. Ну, был трейсер в квадрате. Угу. Сколько я ищу? А здесь у меня квадрат был, да? Потому что раньше у нас матрица Т была самосопряжённая, то крест равен П, да? А здесь уже матрица B и матрица B с чертой, ну, у нас Лагранжа, например, входит пси с чертой пси, правильно? То есть одна из них с чертой. То есть B-крест уже не равен B, верно? Здесь уже протон, это не то же самое, что пси, да? Угу. То есть будет что? Штух. А B у нас уже еще трофит здесь ежи. Вы шпур пишете уже, если поезжи уже сформируете. А, то есть поезжи. Шпур поезжи, ну ладно. Вот у вас раньше массовый член будет у вас минус М, пси с чертой пси, правильно? Если одно поле будет, да? А сейчас у вас много полей Б, значит, как вы выглядите? Ну, в каждом надо взять с чертой. Мы хотим в матричную линию записать, чтобы S3 был вариант. Ну, можно черту расписать. Не знаю. Это же не без черты, блядь. Там каких гамма-матричных... Нет, ну, там гамма-матричных... Это черту входит до крест, правильно? Я сейчас гамма-матричную структуру не пишу. Да. Мне, да, не, да, мне да. Интересно, лоренцевская структура. Мне статически интересно, да? Что будет стоять? Ну, получается, до крест могут быть. До крест на Б, конечно. То есть до креста с чертой, грубо говоря, да? А вот... Б, это поля пси, да? Это S3 вариантный объект, так же, как мы раньше писали, да? Да, но нас интересует диагональ. А, ну да, потому что шкуру. Теперь S2 нарушающий член, давайте напишем. Ну еще вот, значит, дельта Е. Да, можно впихнуть Y, да? Вот сюда будет. Но это не единственная возможность. Почему? Потому что сейчас B крест и B это уже разные матрицы. Да? Как я еще могу написать? Не, ну мы. А мы можем рассмотреть B крест B третью матрицу? То есть B крест B это же тоже матрица. Можем 3-3 компоненту рассмотреть. Можно. И с них составить комбинации. Можем. Ну, то есть, а можем B по крест 3-3 компонента рассмотреть? Давайте здесь закончите, а потом про тот способ поговорить. Здесь как еще можно записать? Если через 3-3 компоненты или только... А, таким образом? Нет, мы можем переставить здесь. Вы говорите, что можно написать B крест B 3-3 компонента. Правильно? Да. Какой еще способ? Так можно написать еще одна, если через 3-3 компонента пишешь. Ну да, действительно, B, B, крест. B, B, крест. Они же не коммутируются. Это другое выражение будет. То есть еще вот так можно было написать. То есть как он C1, здесь C2. Да? Вот так вот. А здесь как по-другому можно? Я думаю, что их переставлять. Переставьте. Если их переставить, это другое выражение получается. То есть если вот B, B, крест. Вот тот же Y, конечно, но вот и пишем сюда плюс, это 2, да, 2 переставленные, 2 параметра у нас.
Угу. Правильно. Да, вот так вот. Еще, наверное. Ну, давайте для... возьмем, скажем, протон наш, да, протон. Если я беру протон, то будем его как видеть. Для протона. Хорошо. А. Может, какой катод будет? Три, ноль, а, третий. Что ж, третий? Если мы три один компонента берем просто. То есть здесь единичка, все остальные нули, правильно? То есть 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Матрица БКС как выглядит? Ага. Теперь считаем, что такое БКС, да? Так, у нас единственное не нулевое. Кстати, у нас... для креста у нас получается... То есть это третья строчка, третья свободная. Угу. Сюда надо бить. Пишем. Угу. Нам еще интересно Б крест. Ну а Б... Б крест это... Можно здесь единица. Ага, правильно. Отлично. Так. А, тогда пишем сразу выражение для массы протона. Да? Масса протона равна. А что отсюда? Что мы берем? Ноль, да? Вот, там ноль на вот этот трейд. Да, на единицу. На единицу, то есть вот это ноль, да? Прибавим. ДМ1 на что умножается? Так, это значит... Минус 2 третьих? Да. Минус 2 третьих умножить... На дельта М1. На дельта М1. Все, наверное. А там плюс 1 треть на дельта. Да, может. Плюс 1 треть на дельта М2. Хорошо. Это мы для протона рассмотрели. Давайте для... сигма будет сюда еще. Вот, смотрите, все. Кроме вот этой формы. Сигма минус, да, взяли, значит, здесь единичка. Ага. А еще лучше было, смотрите, погодите секунду. Нам надо потом брать B, B, крест, да, перемножать. Поэтому удобнее иметь дело с диагональными матрицами, правильно? Да. С диагональными. Значит, вместо сигма минус удобнее было взять сигма 0, наверное. Ну, хорошо. Здесь вот взять матрицу B для сигма 0, да? Какая? Сигма 0 у нас в двух местах. По корню из двух, да. Единица на корень из двух. Мы опять считаем B, B крест. B крест будет то же самое. Да. То есть B, B крест равен B, B, B. Ага. Так, и у нас... Ну, сразу масло вычисляем, да? Напишите, что B, B крест равен B, B, B равен тому-то. А, да. Волну. Это матрица B, да? Так. Ну, в квадрат из... Это 1 вторая, плюс 1 вторая. Ага. На вторая, на вторая, на вторая. Угу. Аккуратнее пишите. Ага. Отлично. Пишем выражение для матрицы с триплетом. Хорошо, для сигма. Это не сигма. Большое у нас, по-моему. Большое такое. Угу. Значит, ну у нас здесь... Там умножается на 1 треть, да? Да, на 1 треть. Получается плюс 1 шестая. Угу. На ДТМ 1. Плюс 1 шестая на ДТМ 2. Угу.
нужен для вот этого дубления. Здесь удобнее всего взять кого? Этого или этого? Ну, вот минус. Все минус, потому что он такой же, как протон. Да? Мы уже для протона все перемножили. Бакси минус. Это есть какая матрица? Ага. Ага. Окей, пишем, что такое Б плюс Б. Мы это уже вон там проходили. Это Б плюс Б для протона. Да, Б плюс Б для протона. То есть. Ага. Б крест на Б будет. Ого. Так. Значит, Б крест Б у нас идет. Получается плюс 1/3 Б крест 1. Ага. Минус Б крест. Лямбда. Угу. Лямбда. И кто остался? Лямбда. Лямбда диагональ. Если то, что я лямбда напишу. Так, 1/6. Это не в квадрате его звучит? Вы можете сказать в квадрате. Угу. И у нас 2 такое число. Ага, Б плюс Б равен Б крест, да? Ставим. Ставим. Здесь без этих. Ага, отлично. Ага. Так, лучше 1/6 еще одна. Сейчас, дельта М1, она умножается на 1. А, не важно, мы все видно. Ну так. То есть дельта М1 плюс дельта М2 у нас одинаково. Угу. Угу. И следующий угол. Так. 4. Единица. Да. А, кстати, вот извините, а почему здесь кто-то? Я не знаю, она начинается. Здесь одно приедет. Может, там да, на свет умножаем? Да. Там на свет умножаем, там вот так приедет. Да, а здесь 4, ну да, 6/6, то есть это единица. И еще умножить на 1/3. Мы сначала должны умножить на ипсилон. Это получается... На игрек, да? Ага. Да. То есть здесь не надо призрак. Надо сначала на игрек умножить, а потом только... Да. Но 1/3 можно вынести оттуда. Так, и получается еще 1/6 вынесем. Вот теперь везде. Ага. Выносим 1/6 и выносим 1/3. Здесь остается единица, здесь единица. А здесь минус 2 умножены на 2, то есть минус 4. Так и есть. Секунду, мы же здесь 1/6 вынесли. Значит, здесь 4 будет. Почему 8-то? Не знаю. Так. Еще раз. Ну это 4/6. Да. 4/2 — 8. Угу. Ну вот здесь минус 8. Минус 8, да. Так. След от этой будет равен от этой матрицы это минус 6. Угу. Минус 1/3. Да. Да. Вот. Ну они разные. Разные. Плюс есть плюс. Ага. Хорошо, а вот соотношение, когда стёрли, как это можно. Ну, сейчас.
Значит, соотношение было у нас такое, мы получили. Помните, да? Ну вот, теперь. Сигма плюс 3 лямбда пополам. МН плюс МС. Плюс МС, вернее, плюс МС. Отлично. Получилось у нас такое весоотношение. Второе соотношение, которое мы вывели, оно такое. Да, было. А где уже было? А вот. С М0 все хорошо сразу, да? С М1. С дельтой М1. Так будет. И для дельты М1 вообще промедит. Дельта М1. У М1 сколько штук? Минус 2 третьих. У МКСИ. 1 треть. Плюс 1 треть. В правой части. Значит, сигма это 1 треть. Ну, только еще 1 вторая не будет. А там минус 2. А здесь 3. Ну, да. У меня мне, да? Минус 1. Минус 1, да. Так, минус 1 треть. Минус 1 треть. Минус 1 треть, да, попал. Да? Минус 2 треть. Давайте проверим. Проверяем просто это соотношение. Вводить его не хотим снова. Просто. Оно у нас уже есть. Плюс 1 треть. Кси это минус 2 трети. Минус 1 треть. То же самое. Кси. Минус 2 трети. Ага. Так, а значит здесь одна. Там тоже знак только отличает, то есть про это выражение, а не. Ну пишите аккуратно, сказать больше. Одна треть. Одна. Не, у меня взглянулся. Андрей. Что такое? Похоже, ты что-то сам. Может быть. Дело сейчас. У нас же было условие, что они лямбда одна МС. Не было такого условия. Ну, в смысле, из тех, кто считали. Из тех было, а здесь нет таких. Золотой крыс. Здесь у вас параметров больше. Да, да, ну, да, да. Здесь параметров больше. И вы, у вас М лямбда может быть равна М сигма когда? Ну, если это лежа. Если дельта М1 равен минус дельта М2, да? То есть мы вот ту нашу наивную модель, да, получаем случай, если дельта М1 равно минус дельта М2, да? Ну да. А здесь в таком подходе мы только одно соотношение получили, вот такое, да? Угу. Хорошо, спасибо. Так. Я вас что, отпустить уже должен, да? Ой, подтверждено. Вопросы есть? Тогда. Ладно, тогда в следующий раз мы с вами поговорим про омегафи смешивание и про векторную доминантность. Про феноменологию закончим, потом ходить будет. Ладно, все. До свидания.